мы не будем совершенны. Где-то мы обязательно не предусмотрим. Для нашей собственной мамы, для нашей свекрови, для кого-нибудь еще у нас не будет в нужный момент молочка в холодильнике. Хорошая ты мама или нехорошая, от всех этих внешних вещей вообще не зависит. Любовь к ребенку – это насколько мы его принимаем таким, какой он есть. С его талантами, с его возможностями, с его способностями. Почему я должна сейчас за тебя краснеть? И в этот самый момент она не выбирает своего ребенка. Да. Она выбирает себя и этого воспитателя. Какую-то тетеньку, которая скоро исчезнет из их жизни, а ребенок останется один в этой ситуации, и между ними возникнет гигантская пропасть. Да. Любовь мамы – это быть на стороне ребенка. Это быть всегда, он может быть неправ, да. Нужно с ним поговорить. Ребенок, здесь ты неправ. Всем привет, меня зовут Валентина Бланк. Я проходила обучение в университете Симург «Мама-папа. Эмоциональная зрелость», медитации, новогодние марафоны. И те знания, которые дает Ваня, они особо для меня ценны и драгоценны. Я сама являюсь предпринимателем, у нас с мужем международный стартап, и мы воспитываем дочь. Я сегодня приехала в дом лично задать вопросы Ване касательно материнства и детей. Они очень сильно для нас актуальны. Я хочу задать вопрос, который часто возникает у женщинного возраста, у девочек, у которых есть дети, которые работают. О том, что когда они проводят время и уделяют время работе, они начинают очень себя винить, что они меньше времени проводят с детьми. А дети при этом, это не в ущерб их развитию, у них есть бабушки, любящие мужья. То есть это все делегируется, и они в полной заботе, в счастье и в любви находятся. Но чувство мамы, как будто ты что-то не доделала. Как будто ты предаешь. Как современной женщине перестать чувствовать вину по отношению к детям? Это решается очень просто. У женщины возникает чувство вины из-за того, что, скорее всего, где-то есть правдивый, есть действительный дефицит общения с детьми. Находиться рядом в доме не то же самое, что давать внимание детям. И я всегда говорю о том, что детям очень много. На самом деле не надо. Надо просто все время их видеть. Надо просто всегда их ставить в приоритет. Да? Нету никакой проблемы сегодня, особенно если мы работаем из дома в Зуме, рассказать всем, что у меня здесь бегает ребенок. Да? Там, Машенька, иди сюда, помаши дядям ручкой. Я всегда так делаю. Всем машут, все умиляются. Именно так. Да? Мы видим, что сегодня современное общество, сегодня люди, которые работают в современном мире, да, с современным сознанием, они абсолютно лояльно и адекватно к этому относятся. Это дети. И когда ребенок ставится в приоритет, когда он видит, что мама его видит, он подойдет к маме, и мама не скажет: «Подойди, отойди, подожди, мне некогда». Да? Она повернется, выслушает, ответит и дальше там, продолжит что-то делать, то, что она делала по работе или там, на встрече на какой-то. Вопрос осознанного внимания. Когда ты не отмахиваешься от своего ребенка, когда ты от него не отстраняешься, стыдишься, что вот ты сейчас вынуждена здесь сидеть с этим ребенком, да? А когда для тебя это гордость, когда для тебя это достоинство, я вообще-то мама, у меня ребенок, да, это классно. И ты гордишься им, ты его не стесняешься, ты даешь ему осознанно внимание и находишь время в течение дня, чтобы полноценно, стопроцентно быть только с ним. Заниматься не своими делами вместе с ним. Мне нужно в магазин, давай ты со мной в магазин. Мне нужно там в парикмахерскую, давай ты со мной в парикмахерскую. Нет. Ребенок любит укладывать кукол спать,
ты с ним укладываешь кукол спать, ты шьешь ему одежду, да, вы вместе придумываете и заказываете в ателье спальные принадлежности, ты вовлекаешься в этот процесс вместе со своим ребенком. Есть параллельный процесс твоей работы и есть какой-то процесс, который вы делаете со своей дочерью или со своим сыном. Вы сажаете огородик, вы делаете садик. Это всего лишь полчаса в день. Вы выращиваете какой-нибудь цветочек, да, какую-нибудь историю, такой сторитейлинг, который вы... совместное останется теплым, конечно, воспоминанием. Конечно, да, это все останется воспоминанием, когда вы позволяете себе вместе с ним баловаться, проживать эту детскую жизнь, этот интерес. Не то, что вы ему навязываете, да, а то, что ребенок любит. И вместе с ним это проживаете. Любит баскетбол? Пойдем, научишь меня играть в баскетбол. Умеете? Я научу тебя играть. Да? Куколки, еще что-то, да все что угодно. Главное, с ним и для него. В этот момент мы не отвлекаемся на телефоны, мы не отвлекаемся на подруг, мы не отвлекаемся на мам, на бабушек, ни на кого. Ребенок должен знать, что это время посвящено только ему, и он может на него рассчитывать. И тогда он будет чувствовать себя всегда в безопасности. И тогда он будет чувствовать всегда себя принятым. И мама будет абсолютно спокойна. Ребенок отпустит маму на любые созвоны, потому что он знает, что вечером ровно час времени, тотально каждый день его, что бы ни случилось. И когда он слышит, мама разговаривает со своим начальником или коллегой, и тот говорит, давай вечером сегодня созвонимся в 6 часов. Не-не-не-не-не. У меня в 6 часов назначена встреча с моей дочерью. И дочь говорит, ладно, мамуль, иди сейчас поговори. Ладно, да? Буквально вчера у меня вопрос был по поводу выходных и в переписке рабочей. Я говорю, у меня выходные, я с семьей провожу. Mm-hmm. Как-то сразу ты примерно расставляешь свое расписание, и то есть нет потом необходимости, как сказать нет, или там какие-то такие вот вещи. Да. Даже если не удается там, по каким-то рабочим вопросам, по рабочим процессам провести время с семьей тотально, вот выходные, да, я не работаю, я вот тут. Ну, потому что все равно, это же, ты же понимаешь, что ребенок, ты ему нужен ровно тогда, когда ты ему нужен. Все остальное время он занимается своими собственными историями. Ну, не находится он все время вот здесь 24 часа суббота-воскресенье. Нет, он сам играет, у него там какие-то свои истории. Просто ты где-то рядом. Так это все очень легко совмещать. Договориться с ней или с ним. Да, вот смотри, у меня там до обеда есть свои дела. Ты не против, если я ими позанимаюсь? Зато после обеда мы с тобой вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Это вопрос договоренности. Это очень важный вопрос, потому что с ребенком нужно уважительно относиться. И будет крепкая связь. И будет крепкая связь. И с ним нужно выстраивать эти уважительные отношения на договоренностях, на контрактах. Не иди отсюда, не стань удобным, не мешай маме, да? А договариваться. Договариваться, как он член системы. Если мы вспоминаем системную психологию, системию, он член системы, он к этой системе принадлежит в равной степени, как и папа и мама. И он тоже должен принимать решение, куда мы едем, а зачем мы едем, а что мы едим, а что мы сегодня готовить будем, да? А едем мы к бабушке на выходных или не едем, а где ты отдыхать будешь. А не так, что Машенька, ты едешь в лагерь, потому что нам так удобно. Угу. Да? Нет. К нему нужно привыкать, относиться как к взрослому человеку, у которого есть свое детское мнение. Есть такой еще вопрос. С ним очень много женщин сталкивается, я уверена, но на него нет однозначного ответа, чтобы так зашел в интернет и тебе ответили. Вопрос неприятный, потому что для женщины, мне кажется, это самое больное, особенно для мамы, если тебя так спросят. Особенно кто-нибудь из родственников. А мать ты вообще или кто? Сама постановка вот такого вопроса, она высокочастотная среди людей. И тут сразу те женщины, мне кажется, которые не соприкасались с системией или с
такого рода обучение, она начнет искать, что со мной не так. Может быть, если мне кто-то извне сказал, что-то со мной не так. Может быть, правда, что-то со мной не так. У меня просто такой вопрос был. В таком примере. Сейчас я перебью. Правильно ли я понимаю, что мы сейчас говорим про вот эту внутреннюю формулировку и самый ужасный страх всех мам, что я плохая мама? Да. Но когда у тебя кто-то извне тебя спрашивает, из родственников, ты мать вообще или кто? Я просто рассказываю, как я с этим, эту историю mm-hmm. прошла после того, как я уже примерно понимаю, как можно действовать, когда mm-hmm. ты находишься на своих ролях. Mm-hmm. Я говорю, да, а ты кто? Пауза, ну, как бы ребенка уже поздно, его, наверное, надо укладывать. Я отвечаю, ну, я же мать. И я примерно знаю, когда его укладывать. Ну, там было 9 вечера. То есть это не какая-то критическая форс-мажорная ситуация. Но вот какие-то высказывания извне женщину очень сильно могут ранить, если она не подготовлена. Ну, давай честно посмотрим на этот вопрос. Женщину может это ранить только тогда, когда она действительно сомневается в этом вопросе. Да, 100%. Если она не сомневается, что она хорошая мама, единственное, что вызовет у нее этот вопрос, это недоумение. Это улыбку. У меня было недоумение, так я улыбнулась. Это улыбку. Поэтому над этим вопросом нужно внутри себя работать каждой маме. Совершенно очевидно, что мы не будем совершенны. Мы не будем совершенны. Где-то мы обязательно не предусмотрим. Для нашей собственной мамы, для нашей свекрови, для кого-нибудь еще. У нас не будет в нужный момент молочка в холодильнике, у нас не будут постираны трусики, у нас обязательно совершенно будут раскиданы игрушки, по которым пройдет бабушка и ей будет больно. Совершенно очевидно, что что-нибудь пойдет не так. Да? Но первый вопрос, над которым нужно обратить внимание, над которым задуматься, это то, что ранит только то, где мы сами в себе сомневаемся. Свой собственный комплекс неполноценности. Да? То, что люди неаккуратными фразами, неаккуратными вопросами легко в эту болевую точку попадут, и некоторые с радостью, к сожалению. Да, да, это так. Но не попасть, если ты чувствуешь, что ты хорошая мама. Так вот, над этим и нужно поработать. И понять, что на самом деле... Хорошая ты мама или нехорошая, от всех этих внешних вещей вообще не зависит. Ну, то есть, во сколько у тебя ложится ребенок спать? Выпил ли он у тебя сегодня молочка? Постираны ли у него трусики? Дырка ли у него на колготках? Какое у него на нем платьишко или штанишки? Как у него ухожены волосы или завязаны бантики? Или все растрепано? Он лежит в луже и играет с лягушкой. Вот все вот это не формирует тебя как маму. Потому что это просто жизнь рядом со своим ребенком. И совершенно очевидно, что когда-то ты не успеешь сходить в магазин, когда-то ты не успеешь что-то постирать, а где-то ты будешь смотреть на ребенка в луже и считать, что он сейчас самый счастливый ребенок на свете, потому что ему мама позволяет валяться в луже с лягушками. И, кстати, в этом ничего плохого нет. Любовь мамы определяется только одним. Это как она его любит. И это не забота. Не нужно путать с заботой. Не нужно путать даже со временем, которое мы проводим рядом с ребенком. Любовь к ребенку – это насколько мы его принимаем таким, какой он есть. Насколько мы не пытаемся в нем продолжить ни себя, ни папу, ни тем более уж бабушек и дедушек. Насколько мы видим его таким, какой он есть, с его талантами, с его возможностями, с его способностями. Вот хочет он сейчас бегать по траве и играть в футбол. Ему нравится футбол. Хорошая мама, она это заметит и купит ему мяч. Вместо того, чтобы... А у меня была идея, чтобы мой сын или моя дочь играли на гитаре. Это очень часто. Вот тебе гитара, сыночка.
да? Но он хочет играть в футбол. Да, ты хотела себе спокойного ребенка, который ла-ла-ла-ла-ла сидит, бренчит. Или... Да? Но он хочет мяч. И да, он, скорее всего, попадет в какое-нибудь стекло. Да, скорее всего, по машине по твоей любимой. Да, скорее всего, по твоим розочкам, которые ты так любовно выращивала. Мама хорошая, это которая ставит в приоритет своего ребенка и все время стоит на его стороне. Мама хорошая, это которая не заставляет его делать то, что он... то, что к ним, я сейчас, я знаю, что у меня будет куча противников, которые говорят, скажут мне, так ребенок может делать все, что он хочет, он сядет на плечи, на шею, свесит ноги. Нет. Нет. Ребенок, который свесит ноги, который будет капризничать, который будет вести себя, как он захочет, он будет так себя вести только тогда, когда он будет чувствовать, что его не любят, когда он будет сомневаться. И с ним невозможно будет договориться, потому что он будет своим поведением требовать внимания. Он будет своим поведением провоцировать родителей на то, чтобы они были с ним, на то, чтобы они хоть как-то обратили на него внимание. Но ребенок, который любим, ребенок, которому хорошо, он приходит и говорит, я больше не хочу играть в футбол. Я даже знаю, как отреагируют на это многие папы. Ты не пацан. Пацан держит слово. Вот ты сказал, что ты будешь играть в футбол, вот иди и играй в футбол. Видел кулак? Иди и играй в футбол. И бедный ребенок будет испытывать это давление, будет находиться под этой тяжестью. Да, когда теперь вот я ляпнул, потому что увидел, как пацаны играют в футбол, а теперь я обязан это делать. Теперь меня готовят в Лигу чемпионов. Настоящая любовь мамы это, да и папы, кстати, тоже, да? Это следовать за ребенком. Он может ошибиться. Потом он придет и скажет, я бы хотел теперь на гитаре попробовать. Хорошо, попробуй на гитаре. Да? А теперь я хотел бы шахматы. Хорошо, попробуй шахматы. Вдруг кто-то говорит, он у вас непоследовательный, он у вас хаотичный, он у вас как стрекоза прыгает. Вы плохие родители, потому что нужно его заставить. Это же структура, это же дисциплина. Расписание. Это же расписание, это же воля, это же формирует характер. Да ничего это не формирует. Это формирует только то, что ребенок сейчас ищет себя. Ребенок сейчас ищет то, что ему нравится. Сейчас он это будет делать или он будет это делать в 30 лет? Если вы сейчас будете ему давить и навязывать какую-то свою придуманную структуру, он так и не попробует, он так и не найдет себя. А потом, когда он вырастет и уйдет из дома, он будет сидеть, чесать репу и говорить о том, что он поступил в университет, в котором он не хочет учиться. Ему не нравится эта профессия, он хочет быть кем-то другим, но он не знает кем. Почему? Потому что ему не дали все попробовать. Потому что тогда его задавили. Ты должен вот это иметь, потому что я хочу быть хорошей матерью, значит, у тебя должен быть вымпел. У тебя должна быть здесь медаль, потому что признак хорошей матери – это медаль у тебя на груди. Чтобы гордиться. Чтобы гордиться, чтобы мне сказали, о, ничего себе, вы хорошая мама. Очень многие люди путают «я хорошую маму, я ж мать». Вот с этой псевдоисторией, да, когда я должна гордиться, как будто бы по ребенку судят обо мне, да? И происходит очень большая путаница и очень большое насилие над детьми. Особенно в спорте профессиональном это чувствуется. Или в школе, да? Когда ты берешь дневник, а у тебя тут написано «родители в школу». И ты вызываешь ребенка, и ты начинаешь на него давить, на него кричать, на него ругаться. Что ты сделал? Ну, мы там с парнями бегали. А почему я должна сейчас за тебя краснеть? Почему я должна за твое поведение сейчас отдуваться? Это что такое? Это что за неуважение? Что сейчас мама переживает? Она переживает за ребенка, который пережил позор? Да? Или какое-то, может быть, даже неуважение в его сторону, неуважение его детству, потому что дети, они должны на перемене бегать. Да?
она проживает в свою сторону, я плохая. И в этот самый момент она не выбирает своего ребенка. Да. Она выбирает себя и этого воспитателя. Какую-то тетеньку, которая скоро исчезнет из их жизни, а ребенок останется один в этой ситуации, и между ними возникнет гигантская пропасть. Да. Любовь мамы – это быть на стороне ребенка. Это быть всегда… Он может быть неправ. Да. Нужно с ним поговорить. Ребенок, здесь ты неправ. Вот. Хотя бы публично защитить его. Это мой ребенок. И... Но публично прийти и сказать, что, вы знаете, я прошу прощения, может быть, он там кого-то ударил. Да, это не очень симпатичная история. Но это же перемена. Да, это же перемена. Он должен был бегать. Ну, так получилось. Это же дети. Да? Это дети, они выстраивают отношения, они дерутся иногда. Не очень хорошая история. Я подумаю об этом, да, и поговорю с ним. Но, ну вот как-то так. Не все взрослые готовы защитить детей. Но это как раз и есть любовь. Да? Может быть, даже не стоит защищать, может быть, он действительно не прав. Тогда нужно прийти вместе с ним и стоять, и переживать этот позор вместе с ним. Мы все поняли. Простите нас, пожалуйста. Мы больше так не... Мы поговорим. Да? Мы разберемся во всем этом. Да, мы были неправы. Понимаешь, как бы прожить с ним этот позор вместе. Стоя вот здесь. Разделить это. Потому что чаще всего родители оказываются вот в этой позиции. Ну-ка встань вот туда, мы сейчас вместе тебя отчитаем. Да? Все, ребенок один. Вот это и есть любовь. Какая разница, у вас есть молочко в холодильнике или нет? Угу. Если вы ставите ребенка туда и занимаете позицию кого угодно, только не его. Какая разница, во сколько вы его кладете спать? Однажды он захлопнет перед вами дверь в свою комнату, когда ему исполнится 16 лет, и напишет «не входить». Когда однажды я задала своему ребенку, не я, а моя мама, она приехала к нам, и она у Давида спросила, «тебе нужна какая-нибудь табличка, чтобы ты дверь закрывал, ну, чтобы к тебе не входили?» Он спросил, «от кого?» Он говорит, ну, от взрослых. Он говорит, мы живем с мамой, у меня нет от нее вопросов и секретов. Мне не нужно от мамы закрывать дверь. И вот тогда я поняла, что на самом деле, когда ты стоишь рядом с ребенком всегда, когда ты вместе с ним проживаешь все то, что он проживает, и ты помогаешь ему через это перешагнуть, он никогда не закроет от тебя дверь. Он будет воспринимать тебя как друга. И даже если, ну, если вы думаете, что я не слышала в свой адрес, что я плохая мама, то я думаю, что вы будете ошибаться. Не раз. Трогало ли меня это? Абсолютно нет. Потому что когда мне кто-то, даже близкий, говорил о том молочке, которое не стояло в холодильнике, я смотрела на своего ребенка и говорила, я лучшая мама, которая только могла бы быть. Почему? Потому что я его люблю. Есть хороший термин «достаточно хорошая мама». Нет. То есть иногда просто ищут идеальную. Вот. Нет. То есть достаточно хорошая. Я идеальная мама. Ну или так. Я идеальная мама. Для своего ребенка я идеальная мама. И я это прекрасно знаю, потому что я его люблю. Потому что что бы с ним ни происходило, я буду на его стороне. Потому что да, между нами есть разные истории. Я могу не соглашаться с его поведением, с его ситуациями, с его чем-то. Но да. Я всегда на его стороне. Внутри себя я никогда его не ненавижу. Я никогда его не противоставляю себе. Я никогда не ставлю его напротив себя. Я никогда его не отчитывала за всю свою жизнь. Тем более я никогда его не била и никогда не позволила ничего, чтобы его унизило. Я идеальная мама для него.
И самое сильное то, что это передается, он передаст это своим детям. Да. Он умеет любить. Он сегодня ребенок, который умеет любить. Вот это самая идеальная мама. И даже если кто-то, когда женщина это поймет, когда она поймет, что она настолько любит своего ребенка, что бы ни сказали окружающие, ее это не затронет, она и ребенок в безопасности.